Быстро, надежно, без лишних посредников. Транспортный коридор Средняя Волга, Каспий, Персидский залив – логистический ответ санкционному давлению. Взятый на восток курс открывает перед производителями регионов Поволжья заманчивые перспективы. Иран, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Индия – крупнейший рынок региона, который, по оценкам экспертов, благосклонен к товарам российского производства. Прямые поставки уже доказали свою эффективность. Поставки уже осуществляются. Поставки как вагонные, так и судовые. Задача выйти на объемы, которые превышали бы 1 000 000 тонн ежегодно, и на следующую навигацию и на следующий год в планах на этот объем уже выходить совместно с нашими партнерами в регионах России, потому что, еще раз повторюсь, один регион, особенно если это связано с промышленной продукцией, не в состоянии обеспечить такой грузооборот, поэтому нам нужна хорошая такая дружеская кооперация. Обеспечить стабильный грузооборот в одиночку региону не под силу, поэтому проект реализуется совместно при поддержке Минпромторга и Российского экспертного центра. В качестве главных партнеров Ульяновской области выступают Татарстан, Чувашия, Пензенская область. В ближайшее время ожидается присоединение Республики Марий-Эл и Удмуртии. Сейчас перед всеми заинтересованными сторонами стоит общая цель – выработать консолидированное решение. К участию в программе привлечены ведущие транспортные и логистические компании. Мы совместно прорабатываем грузовую базу проекта, номенклатуру и товарные группы, которые могут быть дополнительно востребованы нашими зарубежными партнерами, покупателями из дружественных стран, и для того, чтобы увеличивать эти поставки и активизировать нашу внешнеторговую деятельность. То есть мы разворачиваемся на восток, и Ульяновская область разворачивается на восток, и в этом интеграционном евразийском проекте мы подписанным соглашением запускаем новые перспективы развития. Обратная загрузка очень важна. Это не только традиционные товары, которые мы из Ближнего Востока, там сухофрукты, там, значит, и мандарины, но это и промышленная продукция, это гель-коуты, специализированные смолы, это метилэтилгликоли, это нефтехим, это ПЭТы, достаточно хорошо представленные в промышленности как иранской, так и всего региона Ближнего Востока. В свою очередь заинтересованность в ульяновских товарах выражают ближневосточные партнеры. В Ульяновской области большой объем зерновой продукции, который очень востребован на рынках Китая и Юго-Восточной Азии, Ирана и стран Каспийского моря, Персидского залива. Бизнес не состоится, если не будет экспорт-импорта. Это мы прекрасно знаем, как опытные бизнесмены. Поэтому обязательно на место импорт надо сделать экспорты. И Ульяновская может помогать это по поставке зерна, продукты питания даже на уровень, например, растительное масло и остальные в территории Исламской Республики Ирана. По оценкам экспертов, прямой торговый коридор может снизить стоимость логистических затрат на 20-25%. Антон Кузьмин, Денис Лукачер, репортер 73.